Всем привет! Сегодня 12 июня 2023 года. Вот собачки легли отдыхать, и чича бродит. Холодина страшная. Вчера был такой поливочный ливень, причем ливень такой холодный. Ночью шло немножко дождь, но к утру закончился и больше не обещается осадков. Поэтому ждем, пока подсохнет. Будем дальше во дворе загорать, ковыряться. Неделя вся обещана сухая, теплая. Вот пару дней переждать. Чечундрочка, что такое? После завтрака тяжело поднимать жопку сюда. Ну, пойдем. Давай, сейчас тебя поднимем. Иди сюда. Не хочет она никуда подниматься. Она быстренько прогулялась и зовет меня уже. Давай, пойдем домой. Не сильно ей нравится гулять по такой погоде. Ходит так больше за компанию. Поэтому сейчас мы пройдемся и пойдем дальше греться. Собачки будут своими делами тоже заниматься. Поэтому вот, вот такие новости. Никаких новостей нет. Все тихо. Сидим, бездельничаем. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Всем пока.